Долгие годы они ждали этого момента. 48 семьям в день Ленинского района вручили ключи от новых квартир. Им трудно говорить и делиться своими эмоциями, потому что от счастья льются слезы. Жизнь мы вот 30 лет в коммуналке. Не могу. 4 года назад совет депутатов сельского поселения Володарское начал работу по развитию застроенных территорий. Задача стояла ответственная. Сотни людей надеялись и верили в удачный исход задуманного. И вот дождались. В течение 1-2 месяцев те, кто в этот день получил ключи, смогут въехать в только что сданный современный многоквартирный дом. Те, кто переселяется из ветхого фонда, будут жить в новых комфортных условиях. И я желаю вам мира и добра, процветания, уюта в вашем доме и побольше улыбок. С праздником! О коммуналках и ветхих домах можно забыть. Теперь счастливые семьи окунутся в заботы по созданию уюта в своих новых квартирах. Ремонт, мебель и, наконец, переезд. Но это потом. А сейчас у них праздник. И не только в поселении, но и в душе. Рады, очень рады. Долго ждали. Все получилось здорово. Дома, где эти семьи жили раньше, будут снесены. Но проблема не закрыта. Еще 6 ветхих домов нуждаются в переселении жильцов. Поэтому работа продолжается. И в планах администрации поселения и района в скором времени выдать ключи от новых квартир оставшимся семьям. Юлия Погосян, Наталья Буслаева, Александр Беляков, Екатерина Чернышова. Видное ТВ.